Международные стандарты финансовой отчетности – это набор стандартов бухгалтерского учета, в которых указывается, как конкретные виды операций и другие события должны отражаться в финансовой отчетности. Они были созданы для того, чтобы иметь общий язык бухгалтерского учета. Сегодня эти стандарты очень востребованы в зарубежных странах. Большинство финансистов, бухгалтеров и аудитов ведут отчетность по МСФО. Международные стандарты поэтапно внедряются и в Узбекистане. С целью обучения слушателей и выдачи им впоследствии следующим сертификат международного уровня IFRS Cert, Центром профессионального развития «Норма», начиная с февраля 2021 года, был проведен ряд экзаменов. Выездные тестовые испытания впервые прошли и в Самарканде. Экзамены в две смены сдавали около 100 человек. Экзаменуемые прошли заранее регистрацию на сайте exam.cpr.uz. Как на русском, так на узбекском языке можно сдавать экзамены. И сегодня сдают экзамен. Сегодня экономика Узбекистана активными темпами привлекает иностранные заимствования. Сюда приходят инвесторы, которые, прежде чем вкладывать свои средства, должны изучать состояние отчетности в предприятии. А это можно делать, чтобы с ними разговаривать на одном языке. Отчетность должен быть составлен по тем стандартам, которые приняты в международном сообществе. Компьютерное тестирование IFRS Cert проходило в два этапа и включало четыре типа вопроса. Участники должны были набрать не менее 75 баллов из 100 возможных. Квалификация IFRS Cert обеспечит специалистов, работающих или желающих работать в сфере бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, актуальными знаниями и навыками по основам МСФО. Сейчас во многих предприятиях действуют национальные стандарты финансовой отчетности. Они отличаются только тем, что национальные стандарты были разработаны, приоритеты там больше всего с точки зрения налогообложения. А международные стандарты, для них это тоже важный вопрос, но не на первом месте. Международные стандарты требуют открытия информации с точки зрения развития бизнеса. А развитие бизнеса без вложения инвестиций невозможно. Наверное, в двух словах можно сказать, что вот они отличаются с точки зрения направленности информации для инвесторов. Бесплатно подготовиться к экзамену на получение IFRS Cert можно самостоятельно на специальной платформе на русском и узбекском языках. Онлайн-курс включает в себя все необходимые учебные материалы и оценочные средства, видеолекции, презентации, промежуточные и итоговые тесты, а также задачи. Экзамен на получение IFRS Cert проводится на русском и узбекском языках.